Всем привет, с вами Алекс и сайт RemPC.by. В этом видео в перерывах между Watch Dogs 2 хотелось бы опять запускать некоторые игры на слабом ПК, но с чуть-чуть более или менее подходящей игровой видеокартой, на которой еще можно поиграть в новые игры. И давайте посмотрим. Assassin's Creed Syndicate я запускал на 630-ке, получал там просто неиграбельные 4, 5, 6, 7 FPS на любых настройках, любом разрешении, неважно. То есть никакущее, невозможно поиграть на слабом ПК. Причем я же запускаю уже спустя год фактически, даже больше года, повыходили все патчи, вся фигня. Хорошо, давайте, значит, посмотрим минималки еще разок, чтобы вспомнить. Ну, само собой, семерка 64 бита, Процессор 5.24.2.0 или AMD FX6350, 4-ядерный или 6-ядерный Процим. Оперативки 6 гигабайт, видеокарта уровня 660 или RDA 270. Ну, фактически требования вот нового этого Watch Dogs'а. Watch Dogs 2. А максималки 3770, 8-ядерный Процессор 8, 760, 970. Ну, максималки в Watch Dogs побольше. Так. То есть такие вот требования у Ассасина. Значит, я запускаю на чем? Процессор FX6300, 6-ядерный, 3,5 частота. Но 2 ядра я отключил. То есть 4-ядерный процессор, фактически FX400 там. Или 450, какой он там. Так, оперативки 4 гигабайта и, само собой, файл подкачки поставил на 10,5 гиг, то есть 14 тысяч у меня всего. Должно хватить по оперативке. Так, и видеокарта GeForce GTX 550T, 1 гиг, DDR5 памяти, 192 шина. Драйвер самый последний сейчас, 376.09, кстати, для Watch Dogs он. Если играете в Watch Dogs, еще не обновились, обязательно обновляйтесь. Так, хорошо. Ну, вроде бы все, давайте запускаю, посмотрим. На этой, кстати, карте я и в Watch Dogs получил 30 FPS. И много еще где. И в том числе, давайте посмотрим, как же отреагирует Syndicate, этот неповоротливый, как морской танкер. Давайте врубаю. А, стоп, небольшое приготовление, конечно же. Отрубаю все лишнее, перехожу на тему классическую, потому что эта тема Aero жрет ресурсы карты. Отрубаю антивирус, потому что он тоже скотина, постоянно шкумотает процессор. Так, дальше, здесь вроде бы все. Так, единственное, только почищу оперативку. Все, вроде бы она почищена. Так, подчистил оперативку. Хорошо, дальше. Запускаю игру. Так, ну что, я в игре. Так, секундочку, я в игре. Давайте захожу по-быстрому в настройки. Что я здесь оставил? Ну, как всегда, первым делом все Full HD и все на минимум. Вертикалку, конечно же, отрубаю. Оконный режим, да, поставил, потому что нужно для записи именно так, по-другому. Кстати, вот видели, уже жрет видео памяти 2 гигабайта. Я не спорю, да, разработчики, ну, тут все на супер низко. То есть игре нужно минимум 2 гигабайта видеопамяти, даже все на супер низких. Даже если я сейчас разрешение сброшу. Казалось бы, да, это их право. То есть взяли, поставили вот такие системки. То есть действительно 2 гигабайта. То есть в Watch Dogs тоже стоит минимум 2 гигабайта видеопамяти. Но я на гигабайте запустил и получил 30 FPS. Даже местами в зданиях и побольше. То есть, ну, казалось бы, да, я не спорю, вы можете ставить такие требования, это полностью ваше право. Но почему другие нормальные разработчики выставляют людские, то есть, настройки? Просто в игре что-то недоотключается, то есть, там, или какие-нибудь тени, или сглаживание, или еще какая-нибудь фигня. И, соответственно, они получают такой отзыв от игроков. Ладно, хорошо, захожу в игру. Так, ну что, я в игре. Да, напомню, что уже запускал на 630-ке и получил просто неиграбельных 3-4 FPS. Но в то же время сейчас запускаю уже на 550-й, гиг памяти DDR5, 192 шина, и получаю те же самые неиграбельные 3-4. Вообще, вот сейчас даже на пятерку кадров не изменилось. Вот то же самое. Да, я не спорю, вы еще скажете. Да ладно, что ты, давай там, где эти площади, проедь в повозке какой.
Нет, да, вы хотя бы здесь посмотрите. Я в здании какого-то хрена. Ну, понятно, упирается в видеопамять. Кстати, видеокарта на 30% только загружена. Неужели тут такой дебилизм? То есть вот нет у вас видеопамяти и все, блин. Не хватает видеопамяти, не будет работать. Что за тупость? Вообще крайняя просто. Проц неплохо, 3 ядра прогрузились. Даже 4. Фактически на 90%, но видеокарта вообще что-то... В край. А, даже 973 памяти жрет. Не видео памяти, что ли, в проц упирается? Почему видеокарта, блин, простаивает с половину только? Фигня какая-то. Так. Ладно, что по оперативке? Занято, конечно же, все 4970, все 4 оперативки, а вместе с подкачкой 6 жрет. То есть еще 2 гигабайта файла подкачки сожрало. Так, ну, как видите, просто я, ну, на Full HD, конечно, но супер все низко и неиграбельные 4 FPS вообще. Я просто поражаюсь, как это вообще возможно. То есть, смотрите, вот даже смотрю в пол, как обычно это должно давать FPS. Ну, вот одна текстура фактически там на доску и все. И что я получаю? Все равно 4 FPS. То есть, ну, блин, по какой-то причине разработчики сделали настолько... Ну, вообще отсутствие вообще поддержки хоть каких-либо чуть менее там слабых ПК, чем они указали в системках. Ну, конечно же, это глупо, потому что меньше игроков поиграет и меньше будет прибыли. Все, я думаю, дальше особо нечего идти, потому что, как видите, вообще неиграбельно просто. 4 кадра, хотя на этой системе, вот на этом слабом ПК, 4 ядра, 4 оперативки, ну, само собой, файл подкачки и видеокарта 550T. Я буду играть в большинство игр. В батле первой, так вообще получу там, наверное, 40 FPS без проблем. В GTA 5 тоже огонь будет, в Ведьмаке тоже можно будет. Вот в Watch Dogs получил 30-ку. Но Syndicate, блин, ну это вообще просто ад какой-то. Да, еще Мафию нужно запустить. По Dishonored третий патч вроде бы вышел, обнова. Нужно тоже затестить будет. Все проверю. Unity, да, еще на подходе. Давайте сейчас, в общем-то, буду снижать разрешение. Ну, знаете, так снизил разрешение и... Так в этом, в меню сразу под 30-ку FPS. Но обычно в играх, если так, то и в игре в самой хотя бы там 20-ку должно показывать. Смотрите, все снизил. Да, тут нету, конечно, этого как масштабирования. Ну, я думаю, оно не особо изменило ситуацию, потому что если игра нормальная, то уже снижение разрешения дает прибавку хорошую FPS. Да, подснизилось на этом разрешении. Кстати, ниже, чем 1280 на 720 нельзя выставить. Может, через конфиг как-то и можно, но... Я не думаю, что это сильно поможет. Почему? Вы сейчас увидите. 1852 жрет еще видеопамяти. Сумасшедшая игра, конечно же, потому что, ну, я не знаю, нету тут шедевра какого-то графического, но разработчики решили так. Хорошо, захожу в игру. Что тут у меня? А у меня нифига почти не изменилось. Ну, вы представьте, во всех, ну, в 95% игр последних, которые я запускал на слабом ПК, снижаю разрешение. И все, получаю FPS. То есть прибавку на, блин, чуть ли не 50%. Ну, там если было десятка, 15, то становится 20-25 обычно в том же Watch Dogs и так далее. Здесь же вообще ни одного не прибавило. Смотрите, как было 3-4, так и осталось. Вы скажете, да ты в окне снимаешь. Ну, блин, ну вы же видели, я уже много игр снимаю в окне, и там, ну, блин, все меняется, все есть. И не особо-то жрется FPS. Даже, ну давайте сейчас без записи видео посмотрю. Точно такая же фигня. Может быть, один кадр, может быть, но это уже погрешность. Вообще никакущая. То есть на слабом ПК в Assassin's Creed Syndicate вообще что-то невозможно играть. Я просто поражен этому куску говна. Ну, блин, ну не-не-не, я неправильно сказал. Это суперская реальная игра, но только для средних систем или мощных современных систем. А для слабых ПК вообще никак. И ноутбуках, ну, не знаю, даже не пытайтесь, нам, мне как мне кажется. О, десятка, десятку тут получил. 17, 15, ничего себе. Потому что на край карты подошел. Только вот начинает все прорисовка всего. И все, 4 кадра. Оперативки жрет 3.8. Чуть-чуть меньше оперативки на 200 мегабайт. С подкачкой под 6 гиг. Видеокарта вообще на 21%. На 20% загружена только. Какого хрена? Все упирается, что ли, в видеопамять? Да нет, видеопамяти 904 жрет. Проц на 90%. Такое ощущение, что здесь как бы, блин, искусственно что-то замедляет.
И не нужно говорить, что в окне, блин, это не так. Все игры нормально, не влияет, все норм. Что тут, блин, почему видеокарта не может включиться полностью в работу, вообще не могу понять. То ли это нарочно какой-то лог разработчиков, то ли как, блин. Проц вроде бы прогрузился, но проц обычно так прогружается, когда есть высокий FPS. А его что-то нету здесь вообще нифига. 7 кадров. Вообще жопа какая-то. Так, ну что, в общем, что тут сказать? Никакущая. 7-8 кадров, даже снижение разрешения никак совершенно не помогло. И в то же время что остается? Остается только средний или мощный ПК. Вот до 20-ки, кстати, повысилось. Местами даже 18 показало. Ничего себе. Даже 18, 13. Так, здесь когда бегу, даже до 22, секундочку. Давайте-ка я спущусь. Спущусь вниз, там драка будет, все дела, давайте. А может и не будет. Нет, кстати, тут 23 FPS, до 10 падения, до 8 сразу же офигеннейшее падение. Ну да, пока там наверху бегал, пока не внизу, было неплохо. Да нет, что-то есть, до 25 вроде бы даже норм. 23, а без записи? Без записи даже 30-ку иногда показывает, но с резкими падениями до 10 по какой-то причине. Давайте я его сейчас ушатаю, этого идиота, которому жить просто-таки надо. Блин, ну классно у нее эта палка, блин, с крюками, вообще огонь. О, блин, вот это я его расписал. Да, его уже точно никто не узнает. Не узнают, но подумают, росомаха какой-то ему жопу расписал на воротники. Так, ну чего, 20, я что-то там был. Да не, сорите, 20-ка, до 30-ки даже. Даже бывает, бывает, до 30-ки поднимается. Офигенно, офигенно, на самом деле. Ну как, все равно на этой системе почти неиграбельно. И вы знаете, что на площадях и в повозках будет адское проседание до 4 кадров. Да ну и здесь есть, вон, до 7, тут почему-то 7. Там бегаю норм, а тут почему-то сразу 7. Что за фигня? Ну то есть все равно остались какие-то адские падения FPS, непонятно с чего. 7, 14, 15, 25. То есть вот, то есть падение просто до 4, до 7. Очень неприятно, конечно же, играть. Так, ну что этот? Иди сюда, жопошник ты своей, в своем костюмчике и шапочке. Сейчас я тебе, блин, немножко рукава под это. Еще какое-то. Вот сразу же падение. 5-6 кадров. Так, так, так. Отбить у него, разбить блок его этот долбанный. О-о-о, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Да, все адское, 6 FPS, конечно, вообще никак не играбельно, вообще просто... Нет, ну играть можно, но в то же время неприятно, неприятно. Блин, все, надо убегать. Все, я труп-труп-труп-труп. Нет, еще не труп. Так, в общем, как видите, на этой системе, ну, теоретически поиграть можно, но очень адские почему-то просадки до 4 FPS. То есть очень плохо, неудобно, неприятно, вообще почти никак. Все, в общем-то, наверное, пока все. Все, что вы могли видеть, видели. Я больше здесь нету никаких настроек. Это был запуск Assassin's Creed Syndicate. Действительно крутой игры, в отлично проработанном временном промежутке викторианской эпохи Лондона. Просто замечательно. То есть это, блин, все те, кто смотрел нового Шерлока Холмса там с Дауни-младшим, вот здесь эта эпоха. То есть очень круто, блин, очень-очень. Так, на этом, наверное, пока все. С вами был Алекс. Не забывайте смотреть на ссылки в описании. Там выложу что-нибудь интересное. Там озвучку какую-нибудь или еще что-то. Смотрите на ссылки в описании. А то вы иногда думаете, что все, больше я ничего как бы не снимаю, ничего нету. Смотрите на ссылки в описании, если вам лень зайти на канал и посмотреть там. На этом пока все. С вами был Алекс и сайт rmpc.by. Спасибо за просмотр.